поостри, кидай перец. Главное, чеснок добавить в нужный момент. Ему насрать на всех, кроме себя. Ты этим еще подмазаться пытаешься? Как скажешь, ты такой умный. Даже если бы он не был таким. Бардо. Southbound train arriving shortly. Да. Где тебя носит? Нам кранты. Чувак, все летит к чертям. Скоро буду. Шевелись, меня сейчас повяжут. Быстрей! Этой ночью полиции удалось пересечь ограбление завода электроники. Один преступник мертв, второй еще на свободе. Движение на Паркер-сквер затруднено из-за дорожных постов. Приглашение гони давай. Я водитель. Мужик, ты чё так долго? Тачка есть с этой беда? Нет. Тачка с тебя. Я везу. Хрен с ним, погнали. Это труба, чувак. Эдди сдох, пришлось его бросить. И тут на тебе копы. Засада. Вези куда надо, да будь начеку. Везде копы. Твой маршрут самоубийства. Сиди и молчи там. Не умничай, я знаю, что делать. То-то твой друг сдох. Сиди тихо. База, мы прочешем переулки. Попробуем его выкурить. Принято. Все мосты разведены, кроме Уэллс. Подмогу туда уже выслали. Ну что будем делать? Не молчи! Не дергайся. Они оцепили остров. Проберемся по переулкам. Чем глуше, тем лучше. Если я заглушу мотор и вырублю фары, замри. Тогда нас никто не спалит. Понял? Да, окей, лады. Черт, руки трясутся. А при тебе в людей уже стреляли? И не раз. Чувак, не молчи, я сейчас тряхнусь. А вдруг Эдди жив? Он пулю в живот получил. Ну это ж херня, правда? Да? Раз на раз не приходится. Если ранение не сквозное, как минимум нужно вытащить пулю. В общем, копы все равно захотят его допросить. Так что в больницу твой друг попадет. А твои, в которых стреляли, кто-нибудь выжил? Выжил? Давай лучше выбираться отсюда. Лады? Так, пригнись и сиди тихо. Господи, боже мой, я убил Эдди! Я виноват! А, как сирены завыли, я психанул. Думал, раню его, задержу их. И целился же в руку, блин! Кто-то должен был спастись, верно? Клиент... Этот клиент не признает ошибок. Зато полиция теперь разыскивает. О, да и вправду профи, мать твою! Пронесло!
добрались. Отлично. Нас уже должны ждать. Не облажайся. Твою мать. Это Шлаки Куин. У нас встреча с боссом клуба? Не у нас. У тебя. Кто-то стуканул, клянусь, я сам офигел. Должно было быть пусто. В смысле, это ж просто завод. И тут на тебе сигналка, а потом копы прилетели, и я... Тихо. Не суетись, сынок. Ну, я все достал. Это главное? Да, сынок. Тут ты прав. На этом все стоит. Облажаться никак нельзя. О, да, мистер Куин, все так. Но это же не мой косяк. Ну, не успокойся. Мой. Тихо. Все. Ты маме давно звонил? А друзьям? Девушке? Нет, сэр. Не до этого. Хорошо. Отлично. Мистер Квин! Передай хозяину, что я позвоню. Если что-то вдруг понадобится. Грёбаный Куин. Главарь Чикаго Саус Клаб. Он был проклятием Чикаго еще до моего рождения. Всем в этом городе стало бы лучше, если бы я всадил ему пулю в лоб. Но я всеми силами пытаюсь этого избежать. Цена слишком высока. Лучше не рисковать. Привет. Как все прошло? Без проблем? Думал, я соглашусь работать на хрена в клуб? Деньги не пахнут, в курсе. Хочешь, чтобы бизнес процветал? Забудь о морали. Расслабься. Так тебя с чуваком свести, найдет тебе работенку получше. Ну да. Черт его знает. Хотя давай. Лишнее бабло не лишнее, да? И, кстати говоря, Марис обжился в своем новом доме. У меня есть кое-что. Встретимся? В смысле? Вживую, что ли? Мне высматривать чувака в маске? Смешно. Я тебя проведу. А я думал, ты социофоб. Все так. Но вопрос щепетильный. Хулигана я знаю давно, и он всегда скрывал свою личность. Он же из DeadSec. А теперь встреча. Это неожиданно. Посмотрим, что он задумал. Меня не проведет. Хулиган. Что? Хулиган, 17. Мужик, ты чё? Хулиган, 17. Клара. Клара. Семнадцать, значит?
А хулиган тебя не смущает? Меня все смущает. Испугался, что ли? А должен был испугаться? Не будь параноиком. Да ладно. Кто-то влез в мою жизнь. Угрожает моей семье и вдруг со мной хочет встретиться некий хулиган. И он — это она. Всюду ложь. Слушай, я могу тебе доверять, Клара? Доверять, может, и нет. А вот послушать стоит. СМС, что ты мне послал. Я знаю, где его найти. И для этого нужно было встретиться лично? Да. Именно для этого. Ты же хотел хакнуть Дедсек? Да ты шутишь. Будь поласковее. Я открою тебе целый мир. Ну, женщины любят кормить обещаниями. Тут все их грязные делишки. А у меня к ним доступ. Краденый, да? В этом сила. Только не дури. Из-за твоих фокусов люди страдают или гибнут. Ты не доверяешь мне? Дай мне причину доверять. Ладно. Отправитель, как его найти? Работаем вместе. Глянь, что я тебе послала. А я отслежу сигнал. Вот уж удивило, так удивило. А ты такой, как я и думала, Эйден. Да? Интересно, это хулиган или Клара? Упростим задачу. Валя, надо найти звонившего. А он хитрый. Его сигнал ведет в офисное здание. Клиенты, менеджеры, начальство. Все как обычно. Офисы, значит? Без доступа к системе никак. Не будет его, не будет чувачка. Нужно понять, как пробраться в здание. Этаж приема доставок? Это у нас самый нижний. Там тоннель. Самое то. Это ты прости, что был груб. Я знаю, что ты делал. Запугать меня хотел. Предсказуемо. Вторгся в личное пространство, потом взгляд, физический контакт, искал слабые места. Ну и как, нашел? Так я тебе и сказал. Теперь окунемся в мой мир.
Я в здании. Что там впереди? Судя по планам, там просторная галерея. И охрана, конечно. Кстати, эксплойты, что я тебе скинула. Отвлечешь охрану. С телефона запросто хакнешь любой девайс. Прямо любой? Ну да. Их мобильники, взрывчатку, рацию. В общем, любую хреновину на цифре. Ясно. Понял. Просканируй офисы. Найди комп, который можно хакнуть. Нашла. Брэдли Кофлин. О, нет. Главное по безопасности. Ну еще бы. Как взломаю, не тормози. Найди того, кто звонил. И вали, не то оба загремем в тюрьму. Да не волнуйся ты.
Говорю же, никакой не баннер. Вообще все закрыто. И здоровенный такой, блин. Сеть сломали. Дерьмо, закрыть все входы. Найти, суку. Короче. И суперсканеры мне никак не отключить. Тебе пора валить. Он ушел. Засекут, как пить дать. У датсек есть способ их заблочить? Погодь, есть способ. Вот, нашла. Сейчас кину файлики. Создашь помехи и для сканеров, и для средств связи. Даже для гражданских. Ну что, где звонивший? Я заколебался бегать. Да, есть. Сигнал из квартиры в районе Луп. Все понял. Будь осторожен. Все эти пляски с сигналом тебя заманивают в ловушку. Это мы еще посмотрим, кто кого. От угроз моей семье к радушному приему. Дэмиан знает, чем меня зацепить. Ладно, рискнем. Это еще что? Кандидат. Что тут забыл? Прости, что заставил побегать. Вижу, хватку ты не потерял. Есть дело. Так что не мешкай. Сигналка сработала. Вали. Это в планы не входило. Но что уж теперь поделать? Выбирайся. И милости просим. Зачем он угрожал Нике? Наши пути разошлись. После Мерло. Похоже, для вас, Громилы, есть новое задание. Ноги в руки и вперед!
взять его! Ладно, Дэмиан. Поговорим. Разве не умница? Я плачу. Дэмиан. Соскучился? Твой хрен звонил Ники. Что нужно, Дэмиан? Не груби, Эйден. Господи, да расслабься ты уже. Где мой старый кореш? Помнишь? Я за компом. А ты занимаешься мужской работой. Я хочу помочь. Ищем-то мы одно. Ответы. Кто на нас напал? А ты, говорят, зашел в тупик. Так и думал. Итак, у меня есть добрые вести. Мерло! Опять ты? Мерло, это твой косяк. Херня. Ты еще легко отделался. Слушал бы меня, никто бы и не узнал. И не погиб бы? Моей племяннице Лене было всего 6 лет. Нет, вы поглядите. Обвинил меня в семейных проблемах. Дэмиан разозлил плохих парней. А как же я? А что ты? Я тоже пострадал. Я стал калекой. У меня все отобрали. Дошло. Нужно держаться вместе. Обойдусь без тебя.
Был другой хакер. Был второй хакер. И я знаю, как его найти. Может и так, Дэмиан. Но ты не справишься. Без меня. А вот я без тебя. Запросто. Да постой ты. Это же зацепка. Ну-ну. Я уважал Дэмиана. Он научил меня всем выкрутасам с кодом. А я в ответ научил его работать с людьми. Человеческий фактор не менее важен. Мы были командой. После аварии я забыл о нем. Вычеркнул из своей жизни. А он опять нашел мое слабое место. Он что-то знает о Мерло. Ты не знаешь, кто оставляет цветы? Нет. Но у крошки много друзей. Было. Уже пора смириться. Я знаю. Мы пережили жуткий кошмар, но... Хватит постоянно ворошить прошлое. Я ничего такого не делал. Эйден? Не надо мне врать. Я знаю, что ты ищешь тех, кто это сделал. А ты не думал, что подвергаешь нас опасности? Вам ничего не грозит. Я этого не допущу. Послушай себя. Эйден, зачем тебе все это? Просто... Мне нужно знать. Ты мой брат. Я тебя люблю. Но Джекс для меня все. Малейшая опасность, и ты его больше не увидишь. Брось это. Пожалуйста. Лену не вернешь. Моя. Нет, не твоя. Я все понимаю. А
Обещай бросить это. Ради нас. Ради семьи. Обещаю. Она права. Лены нет, но что с того? Махнуть на все рукой. У нас проблема. Тот чел из раздевалки выжил. Заговорит тебе хана. Он не умер? Такое бывает? Как видишь, бывает. Да расслабься, есть план. Встретимся в Горман-Хайтс на крыше. Где он? С Джорди вечно проблемы. Но выбора нет. В другой жизни я бы за ним гонялся. Или он за мной. Если он говорит, у нас проблемы, можно спокойно умножать на 10. Этот свидетель ни в коем случае не должен меня опознать. Салют. Вот, блин. Джорди, кто это? Да, они тут живут. Ты чего? Ну,
В этих домах система безопасности просто блеск, и все решили, что можно расслабиться. Они закрылись только на цепочку, типа, чтобы как следует присмотреться к разносчику пиццы, например. Ага, понял, ясно. Насчет проблемы. Я и захватил болторез. Хозяин приоткрывает дверь, я просовываю девайс и хрясь. Прикиньте, это не пицца. Джорди, проблема. Вспомни. Помню я, помню. Мы сейчас примерно на полпути, Пирс. Неужели не ценишь, что я для тебя делаю? Не замечаешь моей заботы, нет? Да ну. Да. Слушай, давай уже к сути. Что со временем? Его мало. Да. Помнишь того мертвяка из раздевалки? Так вот он выжил. Его упрятали в чикагскую тюрягу, и если он там попадет на допрос, угадай, кого он сдаст? Как выжил? Всякое бывает. Глянь туда. Видишь? С утра звонили. Кто-то готов заплатить, чтобы разговорить нашего друга. И, кстати говоря, главарь среди них. Судя по всему, нам стоит поболтать. Ага, только не перестарайся, пожалуйста. Бедный Морис в тот раз обмочил штанишки. О методах не волнуйся. А ты справишься? Двигай туда, а я прикрою. И не надо убивать босса, он тебе типа нужен. Точно? Быстро, лады. А то от этих писков-визгов у меня башка заболит. Будешь, милый, меня чаем с ромашкой отпаивать. Иначе никак. Да и мне кота за яйца тянуть неохота. Ну кто ж тебя знает? Разучился читать мысли? Да не то, чтобы умел. Зачем нанимать устранителей? Кого они ищут? Тебя. Достал ты всех со своим мстителем. Сейчас устроят в тюрьме бучу и доберутся до нужного свидетеля. Хотя всполошились они не на шутку, это да. Знают, что я вмешаюсь. Слушай, свидетель видел меня в лицо. Если устранители поймут, кто я такой, станут угрожать семье. Ой, Мося-сяся. Это твоя семья, Пирс? Пойми, такое слабое место грех не использовать. Я за тобой с платочком бегать не буду. Ладно, погнали. Сейчас спокойно найдем выключатель. Думай.
Думай. Фига! Что вообще произошло? Чисто. Проверю в другом месте. Здесь ничего, гляну там. Всем глядеть в оба. Его нужно найти. Не спать! О, блин! Я ж его знаю. Ты о ком? Ну, хрен запомнишь, как его звать. Короче, ушастый. Тули Толсон... Дружок твой? Родной брат, блин. Данкан? Или на П? Ясно. То есть ты его не знаешь? Ладно. Все равно труп. Черт, не хочу умирать! Дуглас! Че? Его имя Дуглас! Ах, блин. Больняк. Завалил? Имени же не помню. А ведь нормальный чувак был. Байки вечно травил. Как я теперь засыпать буду? Ты можешь... Как там говорится, себя не полюбишь, никто не полюбит. Давай ближе! Устранителей где-то рядом. Кто крысятничает в тюрьме? Что? Мы не понимаем, о чем ты. Лэнс Бреннер. Как детишки? Ты что творишь? Как семья, спрашиваю. Судя по всему, мы ведем двойную жизнь. Семьянин. Детям скоро в колледж. Потянешь ли, член профсоюза? Пошел ты. Но есть и другая жизнь. Тайные счета с хреновой кучей бабок. А,
Слушай, ты вообще в курсе, сколько всего на тебе глухарей висит? Копы ждут, не дождутся. Так, погоди. Тебе бабок нужно. Дам сколько хочешь. Время идет. Ладно, ладно. Черт. Насчет тюрьмы. Звать Анжело Туччи, начальник охраны. Но поздно его не найти. Он ни на что. Явно родные тут есть. При чем тут его семья? Ты совсем рехнулся, что ли? С чего бы начать? Очнись, Пирс, устранители. Что там? Киндерхук, помнишь? Черт. Пошевеливайся давай. Я здесь разберусь.